Мира супер песочница. Не дай ему тебя атаковать, обмани его. Обмануть? Как? Сам думай. Мотиси, ваш уровень все еще слишком мал. Не нападайте, пока не скажу. А у тебя оружия нет, так что стой позади. Подождем подкрепления. А он силен. О! На этот раз я его сделаю. Непрерывные ледяные атаки замедлит монстра на 70%. Не время разговаривать. Хорошо. Убирайся оттуда. Попробуй это. Иди сюда. Он сбегает. Хорошо, попробуй вот этого. Не действуй безрассудно. А он силен. Хорошо, вот так вот. Идет, вернись, ты просто потратил силы. Черт, если разрушить первый слой маски... Хонг Мао, не смотри в глаза. Не могу двигаться. Слишком поздно. Думал, умру, я не ожидал такой скорости и силы. Спасибо, что спас меня. С нашим уровнем мы не можем противостоять ему. Ее глаза могут парализовать тело. Отступаем. Хочет атаковать языками пламени. Все, отступаем. Черт, школа рушится. Что за огонь? Черт, надо защитить школу от разрушения. Ну, а Айо, с твоей текущей силы ты не сможешь его победить. Если ты пойдешь сейчас, то просто умрешь. В школе мои друзья и одноклассники, я защищу их. Но если ты умрешь, кто защитит этот мир? Мотиси права, нужно дождаться подкрепления. Вы что, все сговорились? Для вас это всего лишь игра. Можно смотреть, как гибнут люди, они ведь всего лишь НПС. Но для меня этот мир реален. Вот идиот, он повернулся к Мотиси спиной, и я преподам ему урок. Не останавливай меня. Он прав. Работа, учеба, здесь мы свободны, и мы должны защитить этот мир. Разве мы не должны брать ответственность за жизнь НПС? Мотиси. Винсент, ты с ними? А? Что ты творишь? Убирайся. Мотиси в опасности. Нет, это отличный шанс. Что? Ты тоже думаешь, что это просто игра, а?
ждет, как его победить. Пламя не дает мне приблизиться. Нужно попробовать ударить ее, как Мэнксин. Как? Попробуем. Я помню чувство нарушения законов этого мира. Сейчас... Конечно, разница в силах слишком велика. Нужно отрубить кисти, или он умрет. Вы не сможете его побудить, разница в уровне слишком велика. Ною. Такими темпами Ною умрет. Надо помочь. Винсент, ты где? Черт, куда он делся? Ну, надо помочь. Сначала надо отвезти его в безопасное место. Ною. Очнись. Ною, очнись. Выпей хилку. Молодец, есть попадание. Балуни самовольничай. Красная команда допустила ошибку. Будет тяжело убить монстра из-за пламени. Достаточно разбить шлем, и он начнет убегать. Тогда она не только будет манипулировать тобой, но и защищаться пламенем. Нужно лишить ее рук, тогда пламя прекратится. Даже с тремя руками убить ее уровню ниже 20-го очень трудно. Первую атаку провела команда красных. При ее убийстве мы не получим ничего. Нет смысла убивать его. Но ее больше ничем помочь не могу. Почему? Почему она перестала нападать? Но ее... Ты очнулся? ХП его восстановилось, но почему-то он не отвечает. Ну и очнись. Кто-то меня зовет. Спать хочу. Ай, больно. Прошлой ночью ты играл допоздна. Похоже, мне придется забрать приставку. Нет, я не болен. Тогда вставай. Умойся, поешь и беги в школу. Папа, доброе утро. Садись, ешь. Да. Мне пора. Ты работаешь сверхурочно. Вернусь до вечера. Слушайся учителей. Твоя подруга присоединится к тебе чуть позже. Подруга? Вы ходите с ней каждый день в школу. Здесь опасно. Девушка, нам надо уходить. Как она посмела? Что? Что происходит? Это духовная энергия. Как? Я теряю контроль над ней. Господин, что происходит? Ничего, оборудование вышло из строя. Запись есть дисплей в комнате, отдайте мне. Мир становится интереснее. Хоккей, где Кингняо? Я не знаю, он куда-то, она куда-то ушла. Не вовремя. Ученики, уходите из здания школы школьным воротам. Плохо, потолок падает.
Нужно поднять камень. Учитель, огонь. Не, смотри на мою. Это... Это конец света? Мама, надо уходить. Мою. Как ты меня назвал? Кто вы? И я твоя мама. Дети так быстро растут, маме грустно. Вы не моя мать. Куда вы ее дели? Кто? Кто ты? Ай, как горячо. Стой, там же высоко. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? Но это 16-й этаж. Если мы упадем, то мы умрем. Стой, кто ты, моя мама? Что здесь происходит? Куда ты меня ведешь? Как мы ходим по воздуху? Это эти двое, это мы? Я сражаюсь с монстром? Я просто мечтаю. Ай, голова болит. Почему голова болит? Ты Матиси, что ты делаешь в моих мечтах? Там. Там же Хакия, учительница. Ничего себе. Тянша. Ною, Тянша, Ною еще жив. Ошибка. Возможно. Вот ты и показался. Обнаружена аномальная энергия. Ну а я сделал все, что мог. Ты наша единственная надежда. Ну а эта девушка, что сейчас было? Все это из-за него? Я только заметил, он НПС, но у него оборудование игрока. Что за тайну он скрывает? Ладно, Матиси ему доверяет. Надо отнести ее в безопасное место. Тянша. Ну, а ты в порядке? Четыре главы за день. Мало, все еще мало. Надо еще 4 главы.
это же навык Мэнкси. Красная леска. Ну, Аю, как ты это сделал? Если он использует ее навыки, тогда она разрежет ее мгновение ока. Впервые вижу, чтобы монстр боялся человека. Ну, Аю, ты точно необычный НПС. Тянь-Шань.